Куяльнике, который стал основным полем битвы для одесских экологов, активизировалась жизнь. Поднялся уровень воды, исчезла гипсовая корка со дна и увеличилось количество рачков артемий. Уникальный лиман ожил из-за поступления морской воды. Программу по наводнению утвердили в 2012 году, хотя тогда были и противники такого решения. Это в первую очередь, конечно же, связано с тем, что в лиман, начиная с декабря 2014 года, периодически подается морская вода в холодный период года. В среднем это порядка 15 миллионов метров кубических ежегодно. То есть это подпитало лиман дополнительной водой, не дало высохнуть лиману. Кроме этого, в конце мая 2017 года наконец-то была ликвидирована искусственная дамба в устье реки Большой Куяльник, которая препятствовала поступлению пресной воды в лиман. Здесь, за моей спиной, вы видите остатки растений. Ранее здесь был солерос. И вот уже ровно год, как минимум, его здесь нет. Это индикатор того, что вода присутствует здесь регулярно. Экологи утверждают, это временный успех. Окончательно можно будет радоваться тогда, когда Куяльник не будет подвержен угрозе высыхания без поддержки морского трубопровода. Морская вода – это как искусственная кровь для тяжело больного человека. На искусственной крови долго больного держать нельзя. Ему нужно дать естественную кровь. А естественная кровь Куяльницкого лимана – это река Большой Куяльник. И, к сожалению, за последние 5 лет не удалось сделать даже проект восстановления водных ресурсов реки Большой Куяльник. Сейчас на дне главного источника лимана реки Большой Куяльник метр ила, в котором пророс камыш. Он испаряет дополнительное количество пресной воды. Убили былую мощь реки и многочисленные дамбы. Они образовали водохранилища, из которых вода не поступает в лиман. В естественных условиях здесь, конечно, должна поступать вода из реки Большой Куяльник, из других рек. Это Кубанка, Долбока, из Балок. Для этого необходимо расчистить русло этих рек, в том числе от искусственных дамб, плотин. Расчистка русла реки от ила, конечно же, необходима. В некоторых местах в русле реки Большой Куяльник слой донных отложений, толщина ила, более 1 метра. Не дай бог, будет вторая половина года засушливая, слишком горячая, ветреная. И естественно, что все те достижения, которые у нас были по Куяльницкому лиману, они уйдут в воздух в прямом смысле, испарятся. Лечебная жемчужина Одессы наконец вышла из критического состояния, но ученые предостерегают – динамика шаткая. Вероника Годяцкая, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».